Всем привет, ребят! С вами Данклаб. Сегодня мы играем в игру Simple Box 2. И сегодня я буду показывать, что это за игра. Да, давайте начнем скорее. Посмотрим, на что же способна эта игра. Ну, во-первых, это песочница, которая аналогична этому Гаррис Моду. Да, именно Гаррис Моду. Я даже забыл, как она называется, потому что я уже не могу, я в шоке. Это крутая игра, и в ней много можно проделать разных... крутых симуляций с другими, там, взаимодействовать с другими предметами. Здесь у нас есть вот мебель, и мы ее можем просто заспавнить нажатием. Здесь у нас такая коробка, которую мы можем просто вот так толкать, она будет вот так вот переваливаться. Очень, очень все круто сделано, все с физикой. Что мы видим вот там у нас в руках, это гравипушка. С помощью нее мы можем перетаскивать предметы. Да, вот эта кнопка нужна для того, чтобы зафиксировать предмет, и он будет висеть в воздухе. Вот она будет, мы можем с ней все что угодно делать. Это чтобы отближать и приближать. А вот эта кнопка, чтобы вертеть. Здесь есть гораздо больше предметов, чем вы думали. Тут есть часики, молоточки всякие, там ножички, там всякие вот, видите, коробки, мясушка, там вот эти кастрюльки. Вот это, даже кроватки есть вот такие вот. Вот. Здесь у нас есть много чего интересного, ребятки мои дорогие. Здесь у нас есть такое бухло, то есть вот такая... О-о-о! Нифига! Ха-ха! Вот это да! Блин, вы видели? Бутылка на бутылке стояла. Ха-ха. Вот это было прикольно сейчас реально. О, блин. Ну, в общем, давайте заспавним побольше бутылочек тут у нас всяких. Вот, сколько всего всякого тут бухла лежит. Дальше идем сюда и посмотрим, что здесь у нас есть. Так, стульчик. На стульчик можно поставить вот такую вот штуку. И жарите себе, что тут хотите, что захотите. Можете взять все вот так вот, разбросать вот так все тут. Иди отсюда. Дальше мы можем взять, дальше у нас в разделе идет стрит, то есть улица. Здесь разные знаки есть. Что? Please drive slowly, we love children. А, я понял, что тут написано. Пожалуйста, ездите медленно, мы любим наших детей. Прикольно написали, честно говоря, хорошая идея. Так, дальше здесь у нас что есть? Здесь есть вот такой вот огромный баннер. Правда, на него нельзя ничего ставить, но, по крайней мере, выглядит даже очень неплохо. Дальше у нас здесь идет. Здесь еще много знаков всяких. Ну, вот здесь у нас есть такой вот. Опа! С Кока-Колой тут есть всякие. Здесь даже светофор есть. Такие вот конусы. Да, здесь вот почтовые ящики. Все, что хотите, то и создавайте. Дальше, что у нас идет? Здесь у нас есть. Мы можем в мультике. Здесь вообще все самое интересное. Здесь можно поставить компьютер. Там его монитор можно сделать. Здесь есть будет кровать. Здесь будет все, что захотите. Будет стиральная машина, метал, всякие сральники и прочие часы. Здесь будут телевизоры, лампы, всякие другие штучки-брючки. Посмотрите, сколько тут всего может быть и сколько вы всего можете тут наделать. Это очень интересно. Задавайте, что хотите. Да, телевизоры здесь реально хорошие. Вон, посмотрите, какая плазма. О, Samsung. На. Да. Дальше у нас идут огромные здания. О, такое высокое. Мы также можем его переносить. Правда, под ним нет текстурки, если вы не заметили. Под ним нет текстурки. Ой-о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 й
дальше у нас, мы поняли, что тут есть разные дома, и здесь есть даже Юли. Чё?
Это бабушка? Ой. Дядьки. Ну, в общем, тут же всякие люди есть. И этот на одной ноге стоит и еле дышит. Дальше у нас идут вот такие примитивы. Они даже в старой версии были. Они сейчас есть. Ну, дальше идут дороги целые. Ну, а дальше пошли уже всякие тулсы. Здесь у нас идут неживые рагдолы. Скелетик такой прикольный. Так, и, естественно, машины, на которых мы можем погонять. Дальше у нас есть стульчики, они на них можно сесть. И все. В принципе, это все. Но я забыл показать еще один секрет. Мы можем сделать что-нибудь летающее. Берем вот так, зафиксируем его, заходим сюда и видим тулс. Потом берем хауэрбал. Берем вот эту штуку на Сермен, вот на эти стрелочки у нас вверху они есть. Ставим вот этот мячик. Теперь берем гравипушку и разблокируем его. Все, посмотрите. Он висит. И коробочка может летать. Для этого нужно, когда мы зашли сюда, мы видим ховерболл. И мы видим, чтобы он поднимался, выбираем кнопку 1. Чтобы он опускался, кнопку 0. Можно выбрать скорость. Ну и открываем вот этот вот контроллер вот с этими... И нажимаем. Если 0, то он будет опускаться. Вот такие вот игрульки. Очень интересная игра. Обновление выходит. Поэтому все очень здорово. Ну, тут всякие. Можете разобраться. Здесь даже динамит есть. И вот такая игра. Также здесь можно настроить настройки графики. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ну а если вам понравилось это видео, влепите лайкосик и можете подписаться на мой канал, так как я еще не имею подписчиков. Спасибо, всем до свидания.